90-летие Чингиза Айтматова отметили на международном уровне. Юбилей писателя стал одним из главных культурных событий в этом году как для народа, так и для нашего канала. В течение этого времени выдавали различные материалы, знакомили зрителей с творчеством и биографией писателя. Сегодняшний репортаж особый. Он посвящен светлой любви Данияра и Джамили. Продолжит Алтыбек Таламбеков. 12 декабря в Кыргызстане отметили день рождения Чингиза Айтматова. Ему бы исполнилось 90 лет. А это Данияр и Джамиля. В юбилей писателя они поженились. Их зовут так же, как и главных героев айтматовской повести о любви Джамиля. Данияр Молдалиев искал девушку своей мечты до 33 лет и нашел Джамилю Бакытбекову. Наша любовь была прям как из повести, такая же большая и сильная. После еще первой встречи мы влюбились друг в друга. Потом решили пожениться. Дату выбрали случайно, символично, что все совпало. Я встретила своего Данияра. Честно говоря, в первое время и не обращала внимания на эту деталь. Вспомнилась позже. Это было приятным сюрпризом для меня. Мать Данияра Джипар Назаркулова работала преподавателем более 30 лет. Она гордится тем, что читала все произведения Айтматова. Джамиля – великое произведение Айтматова. Хочется пожелать, чтобы у них сложилась счастливая жизнь, чтобы от них на свет появилась такая же великая личность, как Чингиз Төрөкулович. Джамиля была написана по мотивам реальной истории. Позже произведение назвали «Лучшие повести о любви». Перевели на сотни языков мира. По ней сняты фильмы. Это произведение высоко оценил французский прозаик Луи Арагон. В повести Джамиля, героем-повествователем, который был 15-летний подросток, проявилась главная особенность прозы Айтматова – сочетание напряженного драматизма в описании характеров и ситуаций с лирическим строем в описании природы и обычаев народа. Алтынбек Таламбеков, Бактырсун Дүйшөнбеков, Общественный, Первый канал.